В микрорайоне Купеленко состоялось открытие общественной приемной депутата Совета депутатов Ленинского района и городского поселения Горки Ленинские Артура Григоряна. На мероприятии присутствовали представители администрации и местные жители, старшие по домам. Саму приемную как бы мы сделали таким образом, что нет тут рабочего места. Это не рабочее место одного человека, это вот, ну, на самом деле приемная, где вот любой человек, кто считает, что может принести пользу Купеленке, может прийти спокойно провести прием. На данной площадке совместно будут обсуждаться планы по развитию микрорайона. Здесь жители смогут получить бесплатные юридические консультации, а также задать вопросы по тем или иным проблемам, которые накопились за время прошедших выборов. Сейчас выборы закончились, началась работа. То есть это работа просто с жителями. Поэтому я думаю, что если это будет таким местом притяжения жителей, чтобы решить вопрос, поставить вопрос, чтобы просто пообщаться. В первый день работы приемной обсуждались темы парковок, уличных площадок для проведения массовых мероприятий, а также вопросы, связанные с временным отключением электричества в жилых домах. Депутаты и его помощники будут вести прием каждый второй четверг месяца с 16 до 20.00. По адресу Купеленко, Северный квартал, дом 10. Предварительная запись по телефонам 8495-162-2263 и 8926-746-99-74.